друзья! Привет! Сегодня готовлю вкуснейшую семгу в помпейской печи. А соль и яйца здесь не просто так стоят. Обещаю, будет вкусно! Представляю, какая из нее будет вкусная уха. Подсолнечное масло. Готовлю мягкую подушку для семги, она только этого и ждет. Оставляю на часок
А пока займусь полезными делами. Белое вино. Жирные сливки. Норвежский соус подходит к семге так, как борщ к сметане. Ничего не пробовала вкуснее. Мне нужно померить температуру семги. Температура более чем достаточно. Момент истины.
Это фантастика. Поразительное сочетание с солено-кислым соусом. Ничего не пробовала вкуснее. Просто взрыв эмоций и вкуса. Очень вкусно, только нужно чем-нибудь запить. За вас, друзья, и за такие приятные моменты в жизни. Жду вас на своем канале.